Так, всем добрый вечер. Рада всех видеть. Сейчас ждем несколько мгновений, пока все подключаются. Приношу извинения, что у меня эфир перенесся на час практически, потому что иногда возникают бытовые вопросы, и они немножко отвлекают или даже очень сильно отвлекают от духовных вопросов. Вот. Но сейчас все хорошо, поэтому ждем немножко, пока другие подключаются, и начнем. У нас сегодня тема эфира про Аму, про моего гуру, Ама Амританда Майма, что значит «Мать вечного блаженства». Я это такой эфир уже проводила где-то примерно около года назад, но так как тогда в Инстаграме не было функции сохранения эфиров, вот, то он пропал. Вот, поэтому я решила, что пришла пора еще раз рассказать про Аму, про те чудеса, которые она делает. Вот. И, собственно, очень много всего хочется рассказать, потому что Ама — это что-то вообще невероятное, это действительно чудесное божественное явление, да, и как-то даже облечь в слова, ограничить каким-то словесным опытом очень сложно, все, что связано с Амой. К сожалению, в России Ама не очень известна, да, есть как бы определенный круг людей, которые знают Аму, которые ездят к Аме постоянно, но такой широкой популярности нету, к сожалению, вот, поэтому моя как бы вот, моя радость иметь возможность поделиться каким-то своим опытом от взаимодействия с Амой, и сейчас я перевожу также ее ретриты, онлайн-ретриты из ашрама Амы, сатсанги, вот, группа ребят переводит также видео, субтитры к видео, послания Амы, чтобы хоть немножко информации становилось больше. Вот, всем добрый вечер, спасибо, что присоединяетесь, вы можете писать также свои вопросы, вот тут есть внизу специальная кнопочка, где можно вопросы оставлять, и, соответственно, буду на них отвечать. Вот. Подготовила небольшой план того, что я хотела бы рассказать, да, но буду, как обычно, в потоке рассказывать. Вот. И посмотрим, куда этот поток сегодня приведет. Добрый вечер всем. Значит, сначала хотела бы рассказать вообще про мою историю знакомства с Амой, про гуру, да, как гуру появляется в нашей жизни, потому что очень многих людей интересует этот вопрос, и личный опыт, он тоже всегда как-то помогает, вдохновляет, наверное. Вот, у меня был очень сильный такой кризисный период, это был примерно 2014-2015 год, когда я еще не думала, что я поеду когда-то в Индию, вот, тогда я была так погружена в материальную жизнь, и с Индией особо я не была связана. Но наступил вот этот кризисный период, поиск каких-то смыслов, и постепенно, да, я свою историю рассказывала в предыдущих эфирах, я стала выходить на знания о йоге, об Индии, о духовности, вот, но не было понимания, как, что, куда. Аму я тогда вообще тоже не знала, хотя, в принципе, я более-менее была знакома с разными учителями, но почему-то вот Ама в поле моего зрения вообще никак не появлялась. Хотя это достаточно удивительно, потому что я знала и не очень популярных учителей, но вот, опять же, было еще не время нашей встречи. И вот когда у меня был такой очень достаточно сложный эмоциональный период, полный фрустрации, непонимания, что делать, я случайно, в кавычках, да, потому что случайного ничего не бывает, в интернете на одном форуме духовных искателей познакомилась с одним молодым человеком, он был из Европы, вот, и мы стали общаться на духовные темы, и он как раз-таки рассказал, что его гуру — это Ама, есть такая Ама, обнимающая мама, и она ездит по миру, обнимает людей, и она обняла уже более 32 миллионов человек, вот, что она святая, воплощение Божественной Матери, и что это просто невероятное благо соприкоснуться с ней, вот. И таким образом я
впервые увидела Аму, и мне очень-очень оказалось приятным ее изображение. Я почувствовала какую-то сильную связь, вот, и подумала, какая приятная женщина. Ну, тогда у меня еще не было, чтобы вы понимали, концепта гуру, кто такой гуру. То есть Ама для меня была просто, ну, приятным человеком, приятной женщиной. Вот, и мне захотелось ее посетить, когда я буду когда-нибудь в Индии. Но это как бы не было моей самоцелью, вот. Потому что позже я узнала про Уравиль, и мне захотелось поехать именно в Уравиль. А я думала, что как бы ашрам мамы как-то я посещу между делом, потому что он тоже, в принципе, на юге находится. Вот, и прежде еще хочу сказать, как вообще, что было, как я встретила гуру, да, это тоже был не просто вот, что информация пришла. У меня был очень сильный внутренний поиск, и он был настолько сильный, что я чувствовала полное отчаяние, да, от того, что я не знаю, как что делать. И я просто работала, значит, днями юристом в офисе, приходила домой вечером и просто зажигала там свечи, благовония, включала мантры и просто сидела, молилась и рыдала. И просто молила Бога, да, «Господи, вытащи меня, пожалуйста, просто вот протяни мне свою руку помощи, потому что я погрязла в этом болоте, я не понимаю, что происходит». И вот это продолжалось в течение нескольких месяцев. Вот это было полное отчаяние, это были ежедневные такие молитвы, слезы, рыдания, умоляния. Вот, и тогда как раз-таки все стало складываться. Я случайно, да, познакомилась с этим молодым человеком, он мне рассказал про Аму, он мне рассказал про Уравиль, и цепочка прям начала складываться. Почему это произошло? Опять же, потому что у меня была вот эта внутренняя тяга и готовность, да, оно бы без этого просто не случилось. Вот. И, соответственно, было принято решение ехать в Уравиль. Я должна была туда ехать в августе. Ну, про Аму как бы я между делом помнила, вот, иногда заходила на ее сайт, но как-то такой вот не было сразу сильного такого, что вот все, это мой гуру, и я там прям зачитываюсь, заслушиваюсь. Вот, и потом был такой знаменательный момент, когда в ночь, это был мой день рождения, перед отъездом в Индию, мне снится сон, в котором я четко вижу Аму, хотя мы никогда раньше не встречались вживую, я только ее на фотографии видела. Вот, я четко вижу Аму, она пришла ко мне с много, ну вот у нее очень много подарков она держит. И она улыбается, она очень счастливая, и с этими подарками она вот меня обнимает. Я думаю, интересный, странный сон. Вот. И буквально там через 2 недели я полетела в Уравиль. Это был мой первый раз в Индии, и там вся история начала как раз-таки происходить. Это был 2015 год. Вот. И что было самое интересное? Я жила в Уравиле, у меня там были свои сложности. Про Аму я как-то особо не вспоминала. Думала просто, вот в голове у меня была мысль, что когда-то можно съездить к ней в ашрам. И потом вдруг я узнаю новость, что впервые вообще в истории Ама приезжает с туром, она ездит по городам Индии, она приезжает с туром и будет давать даршан, да, к ней можно попасть на встречу как раз-таки прямо, ну, в том месте, где я нахожусь. Вот, Пондичери, там, от Пондичери до Уравиля буквально 15-20 минут на рикше. Я думаю, вот это чудеса, мне так хотелось, ну, как бы была вот эта идея попасть к ней в ашрам, но я специально ничего для этого не делала. И тут просто впервые Ама решает приехать в это место, в Пондичери, да. Я думаю, так, вот этот шанс, я должна воспользоваться этим шансом. Сразу же нашлись ребята, друзья, с кем мы поехали на программу. Это была моя первая встреча с гуру. Я, конечно, была вообще поражена, для меня это было что-то, первый необыкновенный опыт, и это было просто то, что реально поменяло мое сознание. Все складывалось так, как будто бы нас там просто ждали, да? А мы туда приехали, сразу же к нам подошли преданные Амы, провели нас в первый ряд, потом после программы они позаботились о том, чтобы мы прошли без очереди на объятия к Амы, потому что если идти ждать в очереди со всеми, то это могло бы затянуться и там на 10 часов, на 12 часов, потому что даршины обычно так долго длятся. Нас просто взяли за ручку и вот так вот везде-везде провели. И мы чувствовали,
как будто бы вот это было желание Амы, да, чтобы мы так быстро и легко к ней попали. И потом Ама нас обняла. Первый раз, когда ты приходишь на Даршан Каме, да, Ама тебя обнимает, и что-то на твоем языке она шепчет тебе на ухо. Вот, конечно, мы немножко были такие рассеянные, первый раз ты не понимаешь, как что происходит, у тебя есть вот это чувство неопределенности, какой-то страх, да, и первый раз может быть не такой сильный опыт, потому что вот твой ум очень беспокоен. Тем не менее, опыт был очень сильный, меня очень как бы вот прям я почувствовала эту мощнейшую энергию, и мы сразу же хотели уйти со сцены, где была Ама, опять же, Амины помощники нас остановили и говорят: сядьте, сядьте около Амы и помедитируйте с ней. Вот, то есть, опять же, была воля Амы, чтобы мы так окунулись и соприкоснулись с ее энергиями. Вот, и, конечно, я была просто вообще, это были невероятные какие-то опыты, которых у меня раньше никогда не было, духовные опыты. И потом было уже достаточно поздно, где-то 12 час ночи, мы поехали в Уравиль на рикше. И вот сейчас и случился очень интересный эпизод, который во многом объясняет роль гуру в нашей жизни и природу гуру. Значит, мы едем на рикше, в одной рикше в первой едет первая часть нашей компании, во второй рикше еду я и один из моих друзей. Вот, и, значит, мы уже практически подъезжаем к Уравилю, и там такая развилка. И что-то происходит непонятное, наш водитель словно теряет сознание, и просто он теряет управление рикшей. И мы в ужасе, потому что мы понимаем, что мы можем просто, мы вот просто летим куда-то в канаву, вот, еще и на скорости, и что, ну, мы можем просто, вот, на этом все может закончиться, в принципе, вот, и он теряет свое сознание, теряет управление рикшей, и каким-то чудесным образом мы врезаемся в столб очень сильно, что останавливает нас от падения в эту канаву. Вот, и очень сильный удар происходит, рикша просто всмятку, вот так напополам, вот, и это случилось прямо на подъезде в Уравиль, поэтому там единственный пост, где находятся ночные охранники. Они сразу же к нам подбегают в шоке, думают, что там, ну, какие-то очень серьезные жертвы, да, думали, что водитель вообще погиб, потому что это был очень сильный удар, и, ну, вот рикша была всмятку просто. Вот, и что происходит? Происходит то, что водитель просто как будто бы просыпается вот так вот и не понимает, что вообще произошло. Он видит, и он в шоке, да? И какое чудо, что ни у нас, ни у водителя, ни одной царапинки вообще ничего. То есть вот вообще ничего, хотя это было просто нереально. На какой скорости мы летели в этот обрыв и какое было столкновение? Что это значит? Значит, когда я потом уже в ашраме, ну вот у меня был вопрос, почему я только что встретилась с гуру, почему у меня только что были такие сильные духовные опыты, и почему сразу же, буквально через 20 минут, у меня происходит такая неприятная ситуация, и я попадаю в аварию первый раз в жизни, и вообще, вот уж как такое может быть в моей голове, такое тогда просто, ну, не укладывалось. И потом получается так, что люди другие начинают тоже, когда я уже приезжаю в ашрам, рассказывать о том, что у многих были такие опыты после встречи с Амой. Что это значит? Что какая-то твоя негативная карма начинает очень быстро проявляться. И вместо того, чтобы сильно как-то страдать, да, эта карма проявляется безопасным для тебя образом. То есть, ну, бывает там у кого-то, например, там обокрали дом, да, но с человеком ничего не случается, вот, как у нас произошла авария, то есть, ну вот, должна была какая-то негативная карма в жизни проявиться, вот, но она проявилась таким образом, что авария произошла, но с нами ничего не случилось, вот, это как бы милость гуру, поэтому люди думают, что они встретят гуру, у них в жизни все будет сразу просто вот замечательно, просто будет все супер, но так не бывает. Вы встречаете гуру, и ваша негативная карма начинает активнее, ну, как бы начинает быстрее активизироваться, да, и могут происходить разные ситуации, которые своим таким ограниченным умом вы просто не понимаете, почему это происходит. Но гуру как бы видит всю картину в целом, да, и он понимает, что все вот это происходит на ваше благо. Вот, поэтому
Ама, да, она как бы считается воплощением богини Кали, потому что, несмотря на то, что она обнимает всех людей, она такая вот воплощение любви и сострадания, то в то же время она убирает всю негативную карму, помогает нам ее пережить, да, если у нас есть какой-то эгоизм, если у нас есть там, например, жадность, гнев, вот все негативные качества, они начинают очень быстро вычищаться. Соответственно, это все выходит на поверхность, да, и это не всегда просто, поэтому многие уходят с духовного пути и разочаровываются в гуру, потому что есть изначально неправильное понимание, что гуру должен вот сделать вашу жизнь подобной раю, но так не бывает. То есть вы должны именно быть полностью преданы гуру и понимать, что все происходит для вашего блага, даже если вам сейчас это непонятно. Вот, ну и потом я стала уже ездить к Ами в ашрам. Я находилась там долгое время, раз в год обязательно, несколько месяцев. Вот, и, собственно, для меня это стало каким-то вот таким вторым домом, родным местом. И у меня было очень много взаимодействия с Амой. Я часто ходила к ней на даршаны. Вот, и опыты, конечно, непередаваемые, да. И когда мы говорим про Аму, мы прежде всего должны сказать, что Ама это опыт. Это у каждого человека будет свой уникальный опыт. Для кого-то Ама будет гуру, для кого-то она будет подобна Богу, для кого-то она будет подобна матери, для кого-то Ама это ну вот человек, который вызывает вдохновение, для кого-то это там гуманитарный деятель. То есть у каждого свой какой-то опыт, свои какие-то взаимоотношения с Амой, поэтому это нужно именно испытать. Вот, и вообще у Амы очень необыкновенная история. Ама считается, да, воплощением Божественной Матери, я уже это говорила, но тем не менее она родилась в обычной керольской семье на юге Индии, в бедной рыбацкой семье. Они жили в простой хижине, и у Амы было очень тяжелое детство. Вот, она выполняла тяжелую работу по дому, ее очень сильно нагружали с самого детства, и у нее были сложные взаимоотношения в семье. Она была очень предана Богу, у нее были божественные реализации, да, божественные опыты с самого детства. Она могла там петь бхаджаны, священные песни и просто растворяться в этом. А родители ее не понимали, родственники ее не понимали, и, соответственно, у них возникали постоянные конфликты, ее оскорбляли всячески. Вот она ходила в школу даже буквально несколько лет, до третьего или до пятого класса, потому что потом ей даже запретили ходить в школу, потому что на нее навешивали очень много обязанностей по дому. Вот, она обслуживала всю семью. И она очень сильно страдала и находила какое-то успокоение, да, вот именно в божественном. Даже там были такие истории, что, ну, родители стеснялись, думали, что она сумасшедшая, и на нее покушались, на нее хотел убить ее, по-моему, брат или двоюродный брат. Вот, то есть ситуация в семье была очень-очень непростая. Казалось бы, да, вот родился человек, божественное воплощение, реализованный мастер, у него все должно быть замечательно, но нет, это материальный мир, и в материальном мире как бы все мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Даже если ты просветленный мастер и гуру, тебе все равно придется пройти через какие-то сложности. Вот. И у Амы начались вот эти очень сильные опыты духовные. Сначала у нее была реализация Кришны. Она как бы стала пропускать через себя энергии Кришны. И у нее стали появляться первые какие-то люди, которые поверили в ее силы и стали туда приходить. К Аме, тогда еще там были просто вот хижинки, ничего такого еще не было в те годы. Сейчас Аме 67 лет, да, то есть это было вот сколько-то лет назад, это было где-то примерно 50 лет назад, да, чуть больше, вот, и сейчас, конечно, все изменилось, очень изменилась там атмосфера, это уже просто очень такой современный, ну, можно сказать, современный, свое современное такое комьюнити, современный ашрам.
Вот, но все начиналось постепенно, да. И к ней стали приходить некоторые люди, они стали чувствовать особую энергию от Амы, получать свои опыты, и также Ама показывала целительские способности, вот, и это стало привлекать все больше и больше людей. И также, вот я вижу, тут тоже есть ребята из ашрама Амы, очень рада, что вы присоединились. Вот, самые лучшие знакомства, самые классные друзья, самые крепкие связи — это как раз-таки из ашрама Амы. Вот. Не только это вот, ну, имеется в виду международные знакомства. Вот, потому что мы все как одна большая семья. Ну и, соответственно, в то же время были и те, кто считал, что Ама сумасшедшая просто, что она одержима духами. И у нее даже возник такой комитет, он назывался по борьбе с религиозными чего-то там, в общем, комитет по борьбе с религиозным фанатизмом или как-то так, я не помню точно, но их задача была в том, чтобы создавать всевозможные проблемы Амы, было несколько попыток ее убить, отравить, кто-то приносил нож с собой там на даршан, то есть чего там только, каких только страстей не было и через что ей приходилось проходить. Но ее вот эта вот вера в Бога, стремление к божественному всегда ей помогало. Вот, и что еще было необычно, то что у нее с детства была темно-синяя кожа, как у Кришны, что было тоже очень нетипично для девочки керальской. Ну, поэтому родители считали ее какой-то вот прокаженной. И, конечно же, хотели ее выдать замуж, потому что, ну, Керала очень традиционный штат, да, она нарушала все возможные нормы. Ну, во-первых, к ней приходили люди на даршан. Даршан — это значит, ну, в переводе с санскрита, видеть, созерцать. В данном случае во время даршана Ама обнимает человека, и это как бы происходит такой целительский акт. Вот. И были невероятные истории, когда к Аме, например, приходил прокаженный, у него были очень тело, все было в язвах. И все люди его как бы шугались, вот, а Ама абсолютно, ну, Ама полная, она абсолютно всех принимает одинаково, да, с любовью и состраданием. Для нее все равны, для нее нету никаких там, кого-то она любит больше, кого-то она любит меньше, вот. Полное равностное отношение. И получается так, что к ней приходил вот этот прокаженный, у него были очень серьезные раны, язвы, все его сторонились. Ама его спокойно абсолютно обнимала. И при этом даже есть кадры, есть видео, где Ама лизала, зализывала его раны. Вот. И постепенно он стал исцеляться. И казалось бы, да, что врачи уже на нем поставили крест. Тем не менее, его здоровье восстановилось. Ама показывала такие чудеса. Многие люди приходили к ней со своими проблемами по здоровью, либо проблемы там с невозможностью зачать ребенка и так далее. Ама помогала решать все эти проблемы. Соответственно, слава о ней стала расти, стали появляться первые европейские преданные и стали строить больше каких-то уже хижинок в этом месте. Родители все так же не принимали Аму, потому что, во-первых, она девушка, она незамужняя девушка. И, ну, вы сами понимаете, что женщина обнимает мужчин, которые к ней приходят на даршан. Вот, это было просто, ну, это было чем-то неприемлемым для традиционного керальского общества с очень строгими ценностями. Вот, поэтому отец хотел ее выдать замуж, и Ама, естественно, отказывалась, ну, потому что говоря, что это не моя, как бы, задача, моя миссия совсем другая. И была такая показательная ситуация, достаточно мистическая. Все эти ситуации, они описываются в книге «Биография Амы». Она есть на русском языке. Вы можете ее приобрести в интернет-магазине. Я очень советую почитать, потому что это невероятно вдохновляющая история. Вот. И, ну, была такая ситуация, когда отец хотел ее выдать замуж.
насильно буквально, да, там уже были обоговоренности с семьей жениха. Вот, и тогда просто через Аму заговорила Деви, божественная мать, и сказала, что эта девочка, это тело не принадлежит тебе, да, отцу, что божественная мать выбрала ее для того, чтобы проявляться через нее. Если ты этого не понимаешь, то тогда я покину тело твоей дочки, и твоя дочка будет мертва. И сказав это, все, Ама как бы упала в обморок и не показывала никаких признаков жизни. Все подумали, что она умерла. Вот, прошло какое-то время, и отец раскаялся, он понял, что как бы все это, ну как бы, что Ама не вернется к жизни, и он стал молить божественную мать, да, что я понял, что я лезу не туда, куда мне надо, и я как бы принимаю, я уважаю ее путь. И тогда Ама вернулась к жизни. То есть, ну, таких мистических историй было очень-очень много на самом деле. Вот. И еще была такая история, что когда-то проходил один святой, да, реализованный мастер. Есть такие в Индии йогины, которые бродят по разным местам. Вот, и он проходил то место, деревушку Амы, он остановился там, он рассмеялся и сказал, что это место в скором времени будет местом духовной эволюции. Ну, тогда, конечно, никто не понял, что он имел в виду, что вот Ама, она будущий такой духовный лидер. И именно что в эту деревеньку будут стекаться миллионы-миллионы людей со всего мира. Вот. И там же еще один такой момент, что на месте, где родилась Ама, в этой деревеньке, нашли очень древнюю статую Деви, божественной матери, там какую-то вообще очень, сколько-то ей там тысяч лет, ну вот, то есть очень много каких-то сошлось факторов. Плюс есть еще такие, говорят, да, тоже там видящие, йогины говорили, что в этом месте раньше был очень сильный ашрам, там очень серьезно практиковали многие йогины, но потом там произошло, я не знаю, наводнение или землетрясение, и ашрам был разрушен, вот. И получается так, что Ама сначала стала проявлять через себя энергии Кришны, это, получается, называлось Кришна Бхава, она была в очень таком игривом настроении, ну, вела себя как Кришна, то есть, ну, она была идентична, не было двоих, Ама была Кришной, да. Потом через какое-то время она реализовала в себе энергию Деви, божественной матери, и она стала проявлять себя как Деви. Вот, и сейчас она, значит, какое-то время назад она прекратила вести вот эти Кришна-бхавы, она стала вести только Деви-бхавы, и когда она приезжает в тур в Европу, она дает Деви-бхаву, то есть вы можете видеть Аму во всей ее прелести, во всей ее красоте, облаченную как Деви. Есть некоторые фотографии с Деви Бхавы, и это просто люди, которые присутствовали на Деви Бхаве, говорят, что это просто что-то потрясающее, потому что через Аму действительно идет вот эта нереальная энергетика Деви, да, божественной матери. Вот. И что я хотела еще дальше рассказать? То, что постепенно стали съезжаться искатели, они стали чувствовать в Аме вот эту особенную силу, Ама стала давать все чаще свои даршины, все больше людей приходили к ней на объятия, и постепенно ашрам стал расти. Вот. И сейчас, если вы туда приедете, это ашрам в Амритапуре находится, это южный штат Керала, на берегу океана, то это просто огромнейшая территория, это очень большая территория с огромными зданиями, и туда съезжаются, опять же, миллионы искателей со всего мира. То есть, если там, например, когда вы приедете на Рождество, на Новый год, это самые такие часто посещаемые время, которое приезжает больше всего искателей, то там будет одновременно десятки тысяч человек со всего мира. И это просто, ну, невероятная какая-то атмосфера, просто. Вот кто там был, я еще не слышала, чтобы хоть кому-то там не понравилось. И чтобы кто-то после посещения ашрама Амы, вообще встречи с ней, не изменил свою жизнь. Вот, потому что Ама — это не просто же вот человек, да, и она говорит, что не воспринимайте меня, не привязывайтесь к моему телу, к моей личности. Ама — это
ну, это как божественное сознание, чистое сознание, полностью реализованный мастер, да, и вот это божественное сознание, оно воплощает себя через Амму. Вот, если мы почитаем священные писания, то там даются инструкции, как мы должны жить, да, и вот как раз-таки Амма является таким примером, как должен жить человек, на что вообще способен человек. И вот одна маленькая женщина, необразованная, она, ну, она неграмотная, она необразованная, она закончила, потому что 5 классов, она создала просто что-то невероятное. Она оказала влияние на жизни миллионов, миллионов, миллионов человек. То есть она вот ездила по всему миру, давая даршины, к ней приезжали в ашрам люди. Больше 32 миллионов человек она физически обняла. То есть это даже невозможно представить, чтобы обычный человек это мог сделать, в принципе, потому что энергии не хватит. Но Амма — это какой-то, это вот прям сила шакти, невероятный бурлящий поток. Она всегда, всегда энергичная, всегда что-то делает. При этом для себя ей ничего не надо, она абсолютно бескорыстно все делает. У нее простое сари, и несмотря на то, что у нее очень, ну, как бы организация, много идет донейшн, пожертвований, она живет очень просто. У нее абсолютно простая комнатка, она спит на полу, питается самой простой едой. Вот, когда преданные там предлагают ей, выкупают частный самолет, либо лучший отель, она от всего этого отказывается и говорит, что лучше эти, как бы, средства потратить на благотворительность. Вот. Почему Амма считается Кали? Да? Если вы приедете в ашрам, то там будет большой, огромный храм Кали. Как раз-таки идут служения богини Кали, проводятся пуджи постоянно для Кали. Ну, я говорила, во-первых, потому что Кали часто неправильно понимается, и на самом деле Кали — это самая любящая, сострадательная богиня, да. Она почему в такой разъяренной форме? Потому что она убирает, очищает нас от всего ненужного, от всего наносного. Точно так же Ама. Она очень любящая и сострадательная, но если мы сталкиваемся с этой мощной энергией Амы, то нам придется пройти через сильные трансформации. И эти трансформации могут быть достаточно болезненными, потому что, как бы, задача Кали, она отрубает голову, да, вот. И также гуру должен отрубить нашу голову, то есть убрать наше эго. Вот, это непростая задача, и мы часто этому сопротивляемся. Ама причем постоянно говорит, что не нужно привязываться вот к этой личности, к этому телу. Почему? Потому что Ама у каждого у вас в сердце. И Ама хочет нам всегда напомнить о том, что мы все обладаем вот этим безграничным божественным потенциалом. И мы все можем творить такие же чудеса. Вот. Поэтому Ама для такой является замечательный мотивирующий пример того, на что вообще способен человек. Как один человек может, ну, изменять жизни миллионов, миллионов, миллионов людей. Вот. И удивительный тот случай, что Ама также проводит сатсанги, отвечает на всевозможные вопросы, цитирует спокойно любые ведические писания, но при этом она как бы не училась нигде, она не читала никаких писаний. Как такое вообще возможно, да? Это как раз-таки опять пример того, что когда человек реализовал свой высший потенциал, когда человек соединен с источником, с божественным, то все знания к нему автоматически приходят. Он просто подключен к этому источнику, да, и черпает знания оттуда напрямую. Нет необходимости читать книги, что-то специально изучать. Вот, поэтому Ами задают любые вообще вопросы, она спокойно на них отвечает, цитируя спокойно любые источники. Вот. Ама называет всех «мои дети», «my children». Вообще в переводе «ама» значит «мама», да? И она относится ко всем людям как к своим детям с любовью и состраданием. Она говорит, что «моя религия — это любовь». Вот, поэтому она не призывает никого конвертироваться там в индуизм. Она абсолютно, как бы, за то, что все религии имеют право на существование, да, и когда Ама дает мантру,
это такой процесс мантра дикши, то она говорит, что вы можете выбрать мантру в том числе и христианскую. Если вам ближе там христианская религия, вы можете выбрать мантру для там из буддизма, ама посвящает их такие мантры, да, то есть она как такое всеобъемлющее сознание, да, поэтому она является садгуру, определенный мастер. Вот. И что дальше хотела сказать? По поводу меня спрашивали, по поводу того, что в ашрам может приехать абсолютно любой человек, не нужно знать английского языка, там есть координаторы на месте русскоговорящие, вам всегда все поможет. Информация сейчас тоже переведена вся на русский язык. Вот. Если бы вы приехали, может быть, еще лет там, 10 назад, ничего бы, естественно, не было. Но сейчас все уже достаточно адаптировано и приспособлено. Кто для меня? Ама, меня спрашивали. Ну, ама мой гуру, естественно, я же говорила уже неоднократно. Вот. Все могут приехать в ашрам, нужно просто заранее смотреть, есть ли ама в ашраме или нет. Потому что ама часто бывает в турах, она путешествует по всему миру, посещает своих, да, преданных, устраивает даршаны во всем мире. И единственное, что, вот, что мне очень печально, это то, что ама не приезжает в Россию. А почему? Она приезжала в Россию 2 раза, это были 90-е годы. Все, после этого она больше не приезжала. Ну, говорят, что есть какие-то сложности, что Россия не такая, к сожалению, открытая страна. Да, у нас и Далай-Лама тоже его не пускают, поэтому если мы хотим встретить Аму, то мы можем это сделать, например, приехав в Европу. На сайте можно отследить, когда Ама будет в туре, в какой стране она будет в туре. Вот. И, соответственно, либо в ашрам. Я бы, конечно, советовала приехать именно в ашрам, потому что там вот, там, понимаете, там такая атмосфера волшебная, чудесная, в которой все само происходит. То есть, ну, вот действительно, если есть какое-то райское место на земле, то для меня это именно там, потому что там вот все само происходит. И я больше, наверное, такой атмосферы нигде не встречала. Вот ты как будто бы купаешься в любви, и вот чувствуются эти очень сильные материнские энергии. Как будто бы тебя очень сильно любят, безусловно, такой, какой ты есть, да? Нам часто этого очень сильно не хватает, даже несмотря на то, что мы взрослые люди, серьезные люди, там, профессора, бизнесмены и так далее. На самом деле у многих внутри живет вот этот вот недолюбленный ребенок. Вот, и Ама дает нам эту любовь. Ама даже премьер-министра Индии тоже называет мой ребенок. Вот. Для нее президент, олигарх, миллионер, миллиардер, кто угодно, суперзнаменитость, для нее все мои дети. Вот. Дальше по ашраму. В ашрам, если вы едете, если это какое-то популярное время, типа Рождество, Новый год, день рождения Амы в сентябре, то на сайте заранее нужно зарегистрироваться, вы получите код регистрации, и с этим кодом регистрации вы уже придете на стойку регистрации, соответственно, да, это будет как такая предбронь вашего места в ашраме. И получается так, что как вы можете добраться до ашрама, прилететь в Кералу, в один из аэропортов, либо в Тривандрум, либо в Кочи, и оттуда, соответственно, вы можете на такси заказать из ашрама такси, добраться прямо в сам ашрам. Ну, кто первый раз летит, может быть, сложно самостоятельно добираться. Вот, в ашраме, значит, условия простые, естественно, достаточно аскетичные. Почему? Потому что это ашрам, а не гостиница, и к этому тоже нужно быть готовым. Если вы хотите жить отдельно, то комната будет стоить 500 рупий, либо 500 рублей в сутки. Если вы хотите жить с кем-то, там может быть 2-3-4 человека в комнате в зависимости от наполняемости ашрама, то тогда вы будете платить 250 рублей в сутки. Включено трехразовое питание, ну, в индийской столовой, индийская еда. Плюс на территории ашрама очень много, там замечательно готовят европейскую кухню, потому что европейцев очень много.
Есть множество вкусняшек, всякие выпечки, кондитерские, очень сложно устоять. Вот, так вот, потому что Ама, она же мама, она хочет, чтобы всем... Там нету таких вот сильных аскетичных условий, да, там на территории ашрама есть даже бассейн, потому что у нее как бы вот... Вы как приехали, как к бабушке на дачу, да, и вам должно быть вот так вот хорошо. Вот. Поэтому мама там раздает пироги, когда какие-то такие праздники происходят. Вот. Поэтому вот эта материнская любовь, забота, она чувствуется повсюду. В ашраме есть определенное расписание, распорядок, как в любом ашраме, да, там начинается служение с 5 утра. Одна из важных церемоний в ашраме — это чтение Лалита Сахасрарам, это тысячи имен Божественной Матери. Вот Ама говорит, что эта практика как раз-таки помогает нам вот в эти времена, в которые мы сейчас живем, очистить свое сознание и получить благословение от Божественной Матери. Вот, проводятся постоянно пуджи каждый день, проводятся яги, начитываются мантры, то есть, ну, вы можете представить, насколько там сильное место, насколько там чистые вообще энергии, кристально чистые, если каждый день на протяжении многих-многих лет там идут служения, читаются мантры, проводятся пуджи, то есть все-все-все погружено вот в эту духовную атмосферу. Вот, и получается, есть в ашраме распорядок, вы можете ему следовать, вы можете ему не следовать. Опять же, Ама, как такая любящая, сострадательная мама, она позволяет своим детям выбирать. Кто-то хочет следовать, кто-то хочет просто приехать, вкусно покушать какой-то органической еды, покушать пироженок, посидеть на океане, потому что там как раз океан около ашрама. Замечательно, вы можете вот точно так же жить, то есть никаких нету, да, то, что можно, то, что нельзя делать, такого нету. Вот, потом следующий момент, это то, что... Есть еще также программа самой в ашраме. Если Ама в ашраме, то, например, несколько дней в неделю она дает публичные даршины. И на даршины... Даршин — это когда вы можете получить объятия Амы. Как это все происходит? Значит, на даршины приходит огромное количество людей. Вот каждый раз это Ама начинает свои даршины примерно в 10 утра, либо в 11 утра, и заканчивает она их иногда в 2 часа ночи, иногда в 9 часов утра следующего дня, и она будет сидеть до последнего, пока она не обнимет вот всех, кто не пришел, кто пришел к ней на даршан, да, и при этом она сидит просто часами, не вставая, она не кушает, она не ходит в туалет, она только обнимает людей, да, за программу, ну, может быть, раз она там сходит в туалет и все, то есть вот, вот вы представляете себе вот так многие-многие годы вообще сидеть и обнимать людей, то есть это люди приходят все со своими проблемами, со своими страданиями, кто-то с тяжелыми болезнями, с тяжелыми ситуациями, плачут, все ей рассказывают, она каждого выслушает, даст совет, даст свои благословения, да, ну, как бы вот нормальный человек, да, обычный человек, вот я бы, например, я бы выгорела и измоталась за несколько часов такой работы, не говоря уже о том, чтобы это делать многие-многие годы на протяжении там 10, 12, 15, 20 часов в сутки, то есть это действительно не человеческая, не обычная человеческая энергия, это божественная энергия, которая способна все это выносить. Когда вы подходите к Аме на даршан, помощники спрашивают, какой у вас язык, из какой вы страны, и Ама на ухо шепчет вам послание на языке вашем родном, да? Вот. Обычно она шепчет там «моя дорогая дочь», «моя дочка», вот. Но бывают некоторые особые послания, когда у нее есть для кого-то какое-то свое тайное послание, поэтому это нужно именно на личном опыте. Вот. И очень важно вот ни одно слово садгуру, да, ни одна интонация, ни один жест, он не бывает просто так. Поэтому каждое, вот каждое вообще, когда вы наблюдаете за Амой, каждое ее движение, каждый жест, он может вам что-то подсказать, дать какой-то ответ.
Иногда вы приходите с каким-то запросом к Ами, пишете свой вопрос, его помощники переводят на ее язык малаям, вот, и не нужно думать, что Ама сразу вам даст ответ. Иногда бывает, она дает вам ответ, иногда бывает, она не дает вам ответ напрямую, но потом вы получаете ответ через медитацию, либо вы получаете ответ... Проходит человек и случайно вам какую-то фразу говорит, и это является как раз-таки вот этот ответ. Вот. Да, эфир сохраню, если, надеюсь, технических никаких проблем не будет, обязательно сохраню. Вот. То есть, ну вот, удивительные, я слышала разные истории преданных Амы, да, как они получали потом ответы, да, кому-то сон приходит, то есть чудесным образом ситуация начинает разрешаться. Ама, естественно, выслушивает все просьбы, вот, ну как, просветленный мастер, она видит твои все прошлые жизни, она видит твою настоящую жизнь, твои будущие жизни. И, соответственно, каждый раз, когда ты приходишь к ней на даршан, это очень мощное благословение. Ты как бы, Ама помогает тебе облегчить твою карму и облегчить твой жизненный путь. Но, естественно, она не может тебя как бы оградить от всех бед, от всех сложностей. Какую-то карму тебе все равно придется проживать. Но все равно есть мощная вот эта защита от гур, да? Соответственно, твой путь уже становится гораздо проще. Как Ама говорит, что у нас есть какая-то точка назначения, да, вы можете до этой точки назначения идти пешком, преодолевая множество сложностей, вы можете добраться на велосипеде, это будет чуть полегче, вот, вы можете долететь на самолете, либо вы можете просто на ракете напрямую. Вот. Когда вы встречаете садгуру, когда вы следуете садгуру, это вот подобно тому, как вы к цели на ракете. Вот. Поэтому это действительно встреча с гуру, это важнейший вообще момент в жизни духовного искателя. И Ама шепчет вам что-то на ухо, она вас обнимает, она вас целует, и потом... дает вам просад, священный пепел, потом конфетку, и иногда дает, если вы заслужили, если вы хорошо себя вели, шоколадное сердечко, либо какой-то фруктик. То есть, ну, каждый раз ты никогда не знаешь, как у тебя будет происходить даршан самый, да, и что тебе Ама даст. Иногда Ама бывает вообще, вот я помню, один из моих последних даршанов, то есть так попало, что я подходила к ней на даршан, на объятия, она при этом очень сильно ругала своих каких-то, ну вот там подчиненных, да, которые что-то не так сделали. И я прям действительно увидела, что Ама бывает Кали. Я прям увидела в Аме Кали настоящую. Потому что говорят, ой, нет, ну Кали, ну как Ама, Кали вообще никак не вяжется, не-не-не. Я тогда реально увидела Кали. Вот, но при этом, что самое интересное, что садгуру, он просветленный мастер, он не отождествляется с этими эмоциями. Он может играть разные эмоции, он может выражать свой гнев, но при этом внутри он все равно чувствует к вам любовь и сострадание, но ему нужно просто вот это проиграть, чтобы вы что-то поняли. Вот, поэтому это каждый раз очень мистический, глубокий процесс. Когда ты получил объятия Амы, после этого ты садишься и медитируешь некоторое время прямо около нее на сцене. И после объятия Амы у всех... разные опыты, но в основном это невероятно сильные опыты, особенно людей, которые могут чувствовать. Даже одно объятие, вот я с многими разговаривала, да, оно уже трансформировало жизнь людей. Вот, люди очень многое поняли на глубочайшем уровне, потому что они соприкоснулись с этой божественной любовью и состраданием. И это как вот такое, знаете, то, что зажигает твою свечу внутри, и ты уже никогда не бываешь прежним. Вот, и опыты были самые разные, опыты были глубокие, и после этих опытов, да, ты тоже понимаешь, что ты хочешь к этому стремиться снова и снова, и ты понимаешь вот этот вот вкус божественного, да, поэтому появляется тяга к духовной жизни, и как бы меньше какие-то материальные там достижения, что-то тебе это становится уже все просто смешным, потому что ты почувствовал вкус настоящего, вот этого божественного. Вот, ты соприкоснулся со своей истинной природой. Некоторые люди начинают рыдать после объятий, потому что, да, в них пробуждается тоже вот это вот ощущение божественного, их источник божественной любви. Вот, многие вообще рыдают, и дети очень тянутся к Аме, то есть...
Ну, это что-то невероятное, это нужно просто испытать. Вот. И, соответственно, если Ама в ашраме, то несколько раз в неделю она дает даршины. Если народу немного, то можно ходить каждый день. Если народу много, как, например, на какие-то праздники, то там есть уже там раз в неделю вы можете ходить камина дарша. И есть другие способы повзаимодействовать с Амой. Например, там сидеть медитировать с ней на сцене, либо подавать ей прасад. Прасад — это как священное, да, священный пепел, конфетка. Ну, это уже такие в ашрам, когда приедете, вы все это узнаете. Вот. И также в ашраме проходят медитации самые 2 раза в неделю. Ама выходит и дает медитацию с инструкциями. Вы все медитируете вместе с ней. И это невероятно мощная практика, потому что медитировать в поле мастера — это тоже то, что очень сильно трансформирует твое сознание, да? Происходит очень глубокая работа со всеми слоями твоего ума, со всеми твоими телесными оболочками. Вот, вы даже когда находитесь в ашраме, вы можете ничего этого не понимать, да, то есть вы можете не быть там глубоко погружены в философию, индуизм и еще что-то, но трансформации, они будут с вами проходить естественным образом, на глубоких уровнях, вот. И есть также очень прекрасная процедура в ашраме. По вторникам, это день тишины, когда выходит Ама, она дает сначала сатсанг, ответы на вопросы, потом медитация совместная, и потом идет раздача прасада. Прасад — это освященная еда, и Ама со своими помощниками наполняют тарелки разной едой, и вот так вот по залу все друг другу передают эти тарелки. В зале могут находиться там 5 тысяч человек, например, если это Новый год, Рождество, либо больше. И вот все друг другу передают, и это просто потрясающе. Играет мантра «Ом намах Шивая», играют мантры из «Бхагавадгиты», да, что все есть Брахман и так далее, про природу нашей души, и весь зал друг другу передает. И смысл в том, что мы не можем начать есть, никто не может начать есть, пока все люди не получат тарелки, да, и эта процедура может там часами длиться, вот, и никто себе тарелку не оставляет, все передают другому, 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 вот. И потом, когда уже все получили так тарелки, они освящены Амой, потому что Ама лично каждую тарелку берет в руки, все начинают, сначала играют, ну, пропевают мантру, и Ама, она потом как бы дает отмашку, что все могут кушать. И там все люди, вот тысячи людей, начинают кушать вместе с Амой. И это тоже просто невероятно красивая церемония, да, которая показывает, что вот Ама, она такая изобильная, она заботится о нас, она действительно, как наша мама, заботится о том, чтобы все были сыты. Вот. Есть также, когда, например, не даршан, когда, например, день медитации, либо прасада, по вечерам мама поет бхаджаны, божественные гимны, песни для всех божеств, потому что для Амы нету разницы, для просветленного мастера нету разницы, да, какая форма божества. Просветленный мастер почитает всех божеств одинаково, Шива, Вишну, Кришна и так далее. Вот, в конце каждого вечера бхаджанов всегда поется такой кульминационный бхаджан для Деви, божественной мамы, для Дурги, для Кали, и он просто такой невероятно интенсивный. И он просто уже потом, вот он настолько интенсивный, да, вот эти вот энергии матери Шакти, что люди просто там впадают в транс, вот, и просто чувствуешь реально вот эту силу Шакти, да, с чем вообще ты соприкасаешься, какая твоя истинная природа, потому что все это про нашу истинную природу. Вот, и я помню, был такой интересный случай, когда было долгое время такая засуха, было очень жарко, это был такой месяц май в Кирале, очень жарко, и Ама тут поет вот этот вот баджан, заключающий про Кали, и там просто уже такая раскаленная атмосфера, просто там вот этот баджан, все там чуть ли не танцуют в экстазе, и просто в этот момент такой град, гром просто. Вот, матушка проявила себя через вот эту вот, да, природу. Это было тоже потрясающе, как даже природа на это вообще реагирует. Вот,
Ама любит очень петь, у нее замечательные красивые баджины. Я в телеграм-канал, да, у меня есть телеграм-канал, многие уже там. Кто не там, активная ссылка в шапке профиля. Можете по ней зайти, я туда скину всю информацию там про книгу, про видео. Вы можете посмотреть документальный фильм об Аме, про шрам, баджины также послушать, «Тысячи имен Божественной Матери», кому это интересно, да. Плюс есть, сейчас переводятся послания Амы на русский язык, это тоже можно будет с этим познакомиться, чтобы уже, да, как-то соприкоснуться с энергиями Амы, например, если вам это интересно. Так, посмотрю, сколько времени. Меня спрашивали, какая моя цель. Ну, я думаю, это понятно всем, кто читает мои посты, кто со мной давно, что моя цель — это познание своей истинной природы, самореализация. Вот. А дальше. Что еще хотела рассказать? Что Ама дает посвящение в мантру, шепчет на ухо мантру. Это получается мантра дикша. Это очень важный момент, когда как раз-таки Ама передает часть своей силы, шакти, духовной силы, и эта мантра, она как бы начинает внутри вас раскрываться, она начинает внутри вас раскрывать духовное знание и помогает вам приблизиться к окончательной цели духовной самореализации. Можно у Амы также получить духовное имя. Это тоже такая важная традиция в ведической культуре, когда как бы ты, получается, уже перерождаешься. Ты уже не отождествляешься, не идентифицируешь себя со своими какими-то со своей прошлой жизнью, да, ты уже становишься абсолютно новым человеком. Ты входишь уже как бы в духовные круги. Начинается твоя новая жизнь. Вот. А в ашраме еще очень важную роль играет сева, бескорыстное служение, потому что Ама говорит, что мы все должны совершать бескорыстное служение на благо всех живых существ, да. И хотя бы желательно, вас никто принуждать не будет, но хотя бы желательно часик в ашраме заниматься какой-то севой. Севы есть очень интересные. И Ама, в общем, какая сева вам попадется, какое служение вам попадется, это тоже очень важный показатель. Потому что в ашраме вообще ничего случайно не происходит, вообще ничего. Там все происходит по божественной воле. Вот. И значит, Ама рассказывает, что когда приезжает, говорит ко мне какой-то очень важный профессор, там с кучей титулов, с кучей званий, очень-очень важный профессор, либо там важный политик, еще кто-то. Она говорит, такому человеку достанется сева, например, убирать коровий помет, либо разбирать мусор. Почему? Потому что приезжает человек, у него очень большое эго раздутое, и это эго нужно как-то как раз-таки, да, убирать. Поэтому гуру даст такую севу. Кто-то очень злится, говорит, да я ж профессор, я ж такой значимый человек, и тут я буду туалеты чистить или там коровий помет убирать. Все, он уезжает, разочаровывается. А есть кто как бы смиренно это принимает и как раз-таки через это очень многое достигает. Поэтому служение, да, это то, что помогает нам убирать наше эго и не привязываться к результатам своей деятельности. Вот, это такая практика очень важная. И у меня был такой интересный, если посмотреть на то, как развивалась, как я эволюционировала в зависимости от своих сев, которые я получала, да. Первый раз я приехала в ашрам, 2015 или 2016 год был. Мне дали очень неприятную севу разбирать как раз-таки мусор. Вот, нужно было сидеть и 2 часа копаться во всем мусоре и все это сортировать. И это было крайне неприятно. Вот, но мне тоже, конечно, хотелось отказаться, не хотелось это делать, но потом я поняла, что такую метафору, да, что я вместе вот с этим мусором я убираю мусор из своей души, своего сознания. То есть я восприняла это как такое очищение для себя. Потом мне дали там севу какую-то из серии мыть полы. Потом была сева
мыть посуду. Я уже так постепенно росла, загрязнений меньше становилось. Вот, там несколько лет мне давали Севу мыть посуду. Потом я еще подросла, видимо, и мне дали Севу резать овощи, фрукты, делать какие-то конфетки. Вот, я делала всякие вкусные вещи. Вот, это была очень приятная Сева. Я была вся в шоколаде в прямом смысле, потому что нужно было там резать шоколад, что-то работать с шоколадом. Да, перчатки для мусора, конечно, были, но это особо не помогало, потому что это действительно было, ну, неприятно. Вот. Я еще помню, как-то была суббота, и было что-то столько много мусора было. И я уже думаю, ну все, сейчас быстренько дособираю этот мусор. Вот, и пойду уже там своими делами заниматься, да. И мне просто последний бак, и там куча каких-то вот таких железных противных штучек, еще очень колющихся. Я такая думаю, о, привет, Сатурн, это прям очень по Сатурну. Ну ничего, я свою карму дальше буду очищать смиренно. Вот, и... Конечно, у меня тоже было такое, да я человек с тремя высшими образованиями, у меня там красные дипломы, я там работала в международных организациях, и тут я сижу, мусор разбираю, да что это вообще такое? Вот. Но потом я успокаивалась и понимала, что опять же воля Садгуру, и значит, для чего-то мне это надо. И смиренно все эти этапы я проходила. Потом мне вообще дали замечательную севу, о которой я даже не могла мечтать. У меня уже была сева, значит, делать переводы на ретритах, на медитациях, на сатсангах, делать письменные переводы. Мне несколько лет не давали эту севу, то есть для этого нужно было дорасти и нужно было показать свою преданность Ами, да, что ты действительно вот так готов к этому. Вот. И потом мне дали даже севу встречать гостей и рассказывать им, делать им экскурсии по ашраму, и это было просто потрясающе, потому что мне это очень нравилось, знакомить людей с Амой, там, смотреть, чтобы у них все было в порядке, переводить там консультации по астрологии, по аюрведе, проводить туры по ашраму, это было очень-очень интересно. Вот, ну и сейчас у меня сева, несмотря на то, что даже я не в ашраме, да, онлайн продолжается, я перевожу ретриты Амы, сатсанги, видео, это тоже просто потрясающе, потому что это очень глубокая духовная работа, через которую ты тоже получаешь много каких-то благословений. Вот, хотя ум, он может сопротивляться, потому что ум, он привык за свою работу получать какую-то материальную оплату, а здесь совсем другие законы действуют. В ашраме также очень много проходит ретритов, много каких-то мероприятий, там йоги, астрологии, медитации, можно пройти посвящение в Амрита-йогу, это определенная техника, которую дала Ама для того, чтобы тоже прогрессировать на духовном пути. Эту технику посвящения происходит бесплатно. Нужно просто приехать в ашрам и записаться на ближайший курс. Дальше. У Амы есть еще гуманитарная инициатива. Это огромный благотворительный фонд, который называется «Обнимая мир» – «Embracing the World» на английском языке. И он объединяет волонтеров со всего мира. Эта организация, она делает разные гуманитарные инициативы. Она помогает там бедным слоям населения Индии, занимается образованием женщин, выступает там за защиту прав женщин, защиту прав детей, помощь пострадавшим от наводнения, от землетрясений, проводит обучающие программы для неграмотного населения, дает там какие-то, создает рабочие места, дает гранты для обучения. То есть эта организация, она уже даже много раз получала специальные премии от премьер-министра Индии, и вообще это такая вот всемирно признанная организация, которая совершает невероятное количество благотворительных проектов не только в Индии, но и вообще по всему миру в принципе. И иногда там, когда случается какая-то там, как наводнение было некоторое время назад, Ама там миллионы, сколько-то я не помню точно, миллионы долларов жертвовала для восстановления разрушенных домов, например, да. Организация тоже как раз-таки поддерживается за счет благотворительных пожертвований людей со всего мира. Вот такой получается круговорот добра. Вот, это тоже просто потрясающий момент.
Так и дальше. Ама построила, если вы приедете в Ашрам, вы увидите, что там в деревеньке просто потрясающие институты, университеты, подобно тому, вот ты идешь по Керольской деревне и вдруг попадаешь как будто бы в Оксфорд. Вот. Она построила университеты, международные университеты, туда приезжают преподаватели со всего мира. И обмениваются опытом. Эти университеты занимают тоже ведущее место в рейтинге среди университетов Индии. Проводятся разные инновационные исследования, АМА поддерживает все такие инициативы по развитию инноваций, ну и по как бы другим отраслям. Вот, очень много студентов обучается, живет на территории Ашрама. И в Ашраме есть просто как туристы, посетители, которые приезжают на какое-то время, есть люди, которые живут как монахи, как саньяси. Среди них много тоже европейцев. Вот. И они становятся уже резидентами Ашрама, могут там находиться все время. И много индийцев, много также европейцев. Вот. Поэтому если кто-то захочет, вдруг можно стать первым русским резидентом, потому что русских резидентов еще нету, к сожалению. Вот. Я не знаю, почему так происходит, но как-то так происходит. И институт Амы, конечно, это нужно видеть. И опять же, это просто потрясающе, как неграмотная девушка из абсолютно бедной рыбацкой семьи смогла все это воплотить и отстроить реально вот Оксфорд в бедной керольской деревушке, и дать возможность получать образование просто тысячам, тысячам, тысячам ребят. Вот. И что еще? Я хотела рассказать, что-то хотела рассказать. То, что Аму, да, признают как воплощением Божественной Матери, как действительно садгуру, это значит истинный гуру, это высочайшая степень. Ее признавали даже многие йогины. Когда Ама путешествовала в Тируванамалай, священное место, и где жил Рамана Махарши, где он обрел на где есть его ашрам, да, ну и вообще, где Аруначала, воплощение Шивы, это такой своего рода в Индии портал в самадхи, вот, и она шла, она была еще молодой совсем, и она обходила тоже вот так вокруг священной горы, и ее встретил йоги Рамсурат Кумар, который был просветленным, и он, когда увидел Аму, он просто тоже рассмеялся и сказал, что сама богиня-матушка идет по улицам Тируванамалая, а никто этого не видит, да? А у него было вот это божественное зрение, и он мог это видеть. И то же самое, когда мы ездила там в священное место Каньян-Кумари, там тоже были реализованные йогины, которые ее встретили, аватхуты, вот, и они тоже сказали, что признали, что Ама — это воплощение Кали. Вот, поэтому то, что мне кто-то писал, что ну вот Кали, она же вот такая, а Ама вот такая, никакой я как бы не вижу с ней взаимосвязи. Это опять же наш ограниченный ум, и нужно уметь видеть немножко глубже и немножко больше. Это возможно только когда ты обладаешь чистым видением, да? Поэтому многие люди, они воспринимают даже гуру сквозь свой ограниченный ум и проецируют на гуру свои какие-то ожидания, свои какие-то детские травмы. Вот. Мы не можем так вести себя с гуру, потому что гуру — это за пределами всех форм, за пределами нашего логического ума, и у нас должно быть понимание и уважение к тому, кем вообще является гуру. А, к сожалению, у многих людей этого нету, и из-за этого возникают многие проблемы, опять же. Так, рассказывать я еще праву могу очень много, рассказывать всего что угодно, и каких-то личных историй, и не личных историй. Напишите, если есть какие-то вопросы, потому что эфир уже больше часа. Я на них быстренько отвечу. Если вопросов нету, то дополнительную информацию я размещу в Телеграме. Кому интересно, спрашивайте больше, и больше, соответственно, сможете узнать уже самостоятельно. Вот. Жду буквально пару мгновений, и если вопросов не будет, то тогда
сегодняшний эфир на этом завершу. Когда откроются границы, надеюсь, это будет скоро, то, конечно, первым делом хотелось бы поехать в ашрам, потому что для меня это такое вот райское местечко на земле, это там частичка моей души. Вот, и это, знаете, еще что самое интересное, что бывает так, что ты в ашраме хочешь уехать из ашрама, потому что, ну, тебе нужно уже там дальше куда-то ехать, да, вот, но у тебя не получается, то есть там настолько атмосфера сладостная, да, настолько вот эта атмосфера божественной любви, настолько там вот хорошо, тепло, что ты просто оттуда не можешь уехать, тебя окутывает эта атмосфера. Вот, и ты, конечно, можешь почувствовать, насколько атмосфера отличается в других местах, да, например, вот в России, да, тут уже совсем абсолютно другое, и насколько вот эта чудесная божественная атмосфера, она способствует тому, что все происходит само собой. Вот, Олечка, привет! Олечка у нас тоже из ашрама Амы, мы там все познакомились. Вот, мы все дети Амы, одна семья, у нас есть русскоязычная сангха последователей Амы, вот, кому интересно, можно тоже присоединиться. Сейчас по субботам идут эфиры из ашрама Амы, она тоже проводит медитации, поет бхаджаны, дает наставления, вот, поэтому можно хотя бы так участвовать онлайн, да, энергии, они тоже все чувствуются. Просили интересную самую историю из ашрама. Ну, на самом деле, историй очень много, и я даже сейчас вот так не вспомню. Они вот постоянно происходили, череда каких-то удивительных совпадений, да, знакомства самые лучшие, вот это все от Амы, самые-самые лучшие друзья, с которыми мы на связи уже много лет, вот. Наверное, под конец расскажу одну историю. Как присоединиться, написать мне в директ, я пришлю ссылку. Вот, расскажу, наверное, одну историю по поводу того, что часто мы идем к гуру с какими-то своими ожиданиями, как вот маленькие дети. Хочу, хочу, хочу. Вот, думаем, что гуру должен исполнить наши все желания. Но гуру лучше знает наш жизненный путь, он лучше видит широкую перспективу нашей, через какие задачи должна пройти душа, да, и не всегда то, что мы хотим, на самом деле будет нам необходимо и не принесет нам каких-то страданий. Поэтому есть люди, которые идут к гуру, что-то просят, да, гуру, например, не дает, не исполняет их желания, они разочаровываются. Это тоже очень детская позиция. Поэтому мы должны знать, что все, что дает нам гуру, либо не дает, это для нашего блага. У меня была такая ситуация. Смешно сейчас вспоминать. Ну, это был какой-то год, я не знаю, наверное, 2017 или 2016. Вот, у меня была тогда идея фикс, что я хочу замуж, вот прям вот все приспичило. Вот, я мысленно перед встречей с Амой, перед Даршаном, я мысленно повторяю это желание, что «Ама, пожалуйста, я хочу очень замуж, пришли мне мужа, пожалуйста, Ама, все устрой, я прям очень хочу замуж, вот, прям сейчас». Вот, я прям сижу, медитирую, вот эту мысль повторяю, вот, потому что как-то, ну, спросить мне было стыдно лично, я решила вот так телепатически с Амой пообщаться, потому что она же все равно наши мысли читает. Вот, я подхожу к ней на даршан, и если до этого у меня там было там 30 даршанов, и Ама всегда шептала на ухо что-то из серии там моя дорогая», либо моя дочь», то сейчас она в этот даршан мне просто очень четко на ухо шепчет «Моя дурочка, моя дурочка, моя дурочка». И после этого она как бы меня обняла, и потом она смотрит на меня и делает просто очень смешную рожицу, что-то вот из серии вот так вот. И я такая, что это вообще может значить, я не понимаю. Вот, и это было очень смешно, меня повеселила ее рожица, конечно. Вот, и что происходит? Буквально, наверное, на следующий день или через день в Инстаграме у меня возобновляется переписка с одним молодым человеком, вот, с которым мы несколько лет не общались, вот, и тут почему-то он решил мне написать.
из Индии, вот, и сразу же буквально начинает там признаваться мне в любви, зовет меня замуж. Я такая: опа, как быстро сработало. Ама творит чудеса. Правда же все говорят, что что попросишь Аму, то и сбудется. Вот я попросила, вот все и сбывается. Вот. И я была такая радостная. Я думаю, все, это точно судьба, это знак. И даже не узнав толком человека, я очень быстро согласилась, собственно, на замужество, потому что это была моя идея фикс. Вот. И через какое-то время я поняла, потому что начались очень сильные проблемы, я поняла, что вообще как бы это не мой путь, да, и вот это вот мое сильное желание, оно и создало же мне проблемы на следующие 2 года практически. Я поняла, почему мама говорила: «Моя дурочка, моя дурочка». То есть это было еще не время, я торопилась, но так как это было сильное желание, она решила создать такую ситуацию, где она покажет, что должно быть доверие к гуру, должно быть доверие к Богу, и все, что тебе необходимо, приходит в самый нужный момент. Нельзя форсировать какие-то события. Да, вот, пожалуйста, хочешь замуж, вот иди в замуж, но будешь ли ты счастлива в этом? Нет, не будешь, потому что ты будешь страдать. Это как бы вообще не то, что тебе сейчас надо, это не твоя жизнь, не твои опыты. И после этого у меня выработалось какое-то такое внутреннее смирение, да, и пропали все ожидания, все сильные желания, что вот я хочу, 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 там, хочу, 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 да, вот этого до этого момента было много таких хочу, хочу, и прямо сейчас, и прямо очень быстро мне все надо. У меня такая природа очень импульсивная, я не могу чего-то ждать. Вот, этот момент, эта история для меня была очень трансформирующей, и я поняла, что нужно просто доверять и нужно ждать. И все происходит в самый подходящий момент, да. Это помогло мне также в работе, когда приходят люди на консультации, тоже хочу замуж, хочу денег, хочу работу, хочу ребенка, а ты объясняешь, что для всего есть свои циклы, и мы не можем родить ребенка раньше 9 месяцев, мы не можем заставить цветок раньше распуститься. Есть много в жизни таких ситуаций, когда нам нужно ждать и просто доверять, вот. И таких ситуаций было очень много с Амой. Через какие-то вот в ашраме у Амы, да, постоянно создаются ситуации удивительным образом, которые тебя чему-то учат. Только ты о чем-то подумал, создалась ситуация, да, ты понял. Вот, поэтому там такие энергии, которые закручивают все, вот, объединяют людей с какими-то похожими взглядами. Вот так вот. То есть Ама, она учит в основном через какие-то притчи, через очень простые истории, через анекдоты, для того, чтобы мы могли вот мудрость, вот эту ее высокую мудрость, да, чтобы она была доступна всем, скажем так. И никогда она не делает никаких различий. Там бедный, богатый человек, знаменитый, неизвестный, для нее все абсолютно равны. Она всем уделяет одинаково внимание. Вот, и никогда никого вообще не отвергает. И люди просто иногда в шоке от того, что как так? Меня можно любить, оказывается, безусловно. Меня, оказывается, можно безусловно принимать. Для многих людей это первый такой опыт. Поэтому это действительно то, что оставляет неизгладимый след. Вот, желаю вам всем испытать этот замечательный опыт, получить, да, возможность встретиться с самым тем или иным образом. Ну, либо найти своего гуру, человека, который будет вас вдохновлять, учителя, который будет вас вести по духовному пути. Вот, Ромочка, да, привет, привет. В Индии. Индия нас очень сильно трансформирует, и после этого просто невозможно смотреть на жизнь прежними глазами. Вот, еще какие-то, если вопросы будут, пишите. Если нет, то тогда, наверное, уже будем завершать, что уже 1,5 часа идет эфир. Есть вероятность, что он может даже и не сохраниться. Вот. Спасибо всем тем, кто был в эфире. Надеюсь, что вы как-то вдохновились и, может быть, больше почитаете про Аму, послушаете видео, мантры послушаете. Это тоже будет очень благостно. Тоже будет какое-то такое соприкосновение. Да, Индия очень сильно трансформирует. Мне кажется, это одно из таких единственных мест, где действительно все пропитано божественным. И
Да, в Индию люди тоже просто так не попадают. Поэтому, когда есть внутри какой-то импульс, когда душа уже готова к трансформациям, то тогда человек попадает в Индию. И все попадают в разные места, в зависимости от того, какие есть задачи у души, да. Поэтому у каждого в Индии очень свой прекрасный, неповторимый путь, прекрасное путешествие, и не бывает абсолютно каких-то похожих опытов. Какую мантру послушать? Значит, очень благоприятно слушать «Тысячи имен Божественной Матери». Можете просто включать, и из ашрама там есть запись. Это очень очищает ваш ум, ваше сознание, вибрации. Вот. Либо можете вообще слушать любые. А знаете еще, Ама повторяет мантру «Ом лака самаста сукхино бхаванту» — это «Да будут счастливы все живые существа во всех мирах». Тоже есть эта мантра, которая записана в исполнении Амы. Ее тоже очень хорошо слушать и хорошо ее также повторять самому. Потому что эта мантра, когда мы желаем счастья другим, то мы автоматически и себе делаем хорошо. Вот. В Телеграм я эти ссылки пришлю. Можете заходить, слушать, сами читать, если захотите. Вот. И любые бхаджаны Амы, они тоже потрясающие, в них невероятная энергетика, тоже можно все это слушать и заряжаться вот этими божественными духовными вибрациями. Вот. Спасибо большое всем, кто был в эфире, и до встречи на следующих эфирах. Пишите мне, если какие-то вопросы будут. Всегда буду вам рада помочь. Вот, и в завершении я скажу мантру для Амы. Это Ом Амритешвари Намаха, Ом Амритешвари Намаха, Ом Амритешвари Намаха, Ом Шри Гурубьё Намаха, Хари Ом. Вот, благодарю Аму за возможность встретиться с ней и за трансформацию моей жизни. Вот, благодарю всех, всего доброго, хорошего вечера и хороших выходных. Всех девушек с наступающим 8 марта также.